Медработники Забайкальского края больше не получат стимулирующие выплаты. Об этом сообщается на сайте справочно-правовой системы «Гарант». В частности, вознаграждения за труд перестанут получать врачи-терапевты, педиатры, участковые медсестры, а также фельдшеры, медицинские сестры и врачи скорой помощи. Как только новость официально поступит в Минздрав края, его специалисты обещают прокомментировать ситуацию. Анастасия Удовиченко, ЗАП ТВ.